В день города жители смогут лучше узнать историю Самары. 7 и 8 сентября организованы более 100 бесплатных пешеходных экскурсий с профессиональными гидами и не только. Есть аудиоэкскурсии, которые человек может пройти самостоятельно. Для этого нужно записаться на экскурсию заранее, прийти на точку старта, взять специальное оборудование, наушник и пройти по маршруту уже без присутствия гида. Аудиоэкскурсии можно будет пройти совершенно самостоятельно с помощью своего мобильного устройства, отсканировав QR-код, перейдя на сайт и также нажать кнопку play. Еще одно новое интересное направление – это экскурсии с помощью Telegram-бота. На сайт Самара 438 будет опубликован QR-код, ссылочка, по которой человек может спокойно перейти и также выбрать любой удобный для себя маршрут, интересный ему самое главное, и по нему пройти совершенно в любое время. Записаться на экскурсии можно до 8 сентября с 10 утра до 20 часов по телефону, указанному на экране, или на сайте городской администрации.